Сэм, следующая задача — подключить к сети горный узел. Эта дорога приведет тебя к пункту и распределителю к северу от города. Дальше будет непросто. Тебе нужно будет обойти горы окружным путем. Мне так и работать с этим Кьюпидом? Прошивку еще не переписали. Ничего. Если подключишь горный узел, когда Кьюпид починят, по сети пройдет обновление, которое стабилизирует связь. Вот еще одна причина прибыть туда. Но пока пользуйся тем Кьюпидом, который есть. Ага. Есть вести от Амелии? Ничего. Будем надеяться, что с ней все в порядке, и продолжим. Она этого хотела. И, Сэм, прежде чем уйти, загляни в южный распределитель озерного узла. И удачи тебе. И, кстати, Сэм, я добавила схему троса в твой ПХК. Подумала, что пригодится. Просто нужно натянуть их между двух якорей. Зачем нести груз через реку или по крутому холму, если можно просто отправить его по воздуху? Верно? Если хочешь попрактиковаться, то у меня рядом с лабораторией есть опорные точки. Веселись? Хорошая новость. Фрэджайл может и готова тебе помочь. Чтобы тебя отправила Фрэджайл, зайди в личное помещение. Я так понимаю, ближе всего южный узел. Так гораздо быстрее, чем идти пешком. Но при этом ты не сможешь взять с собой груз. Решай сам. Помни, что у тебя есть и такой вариант. Ты в курсе, что мы добавили в твой ПХК тросы? Ну так знай. Построй пару опорных точек, соедини их тросом и наслаждайся скоростью. Попробуй. Заказ назначен. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Доставка? Супер. Я всегда рад получить груз, не скрою. Заходи в любое время, Сэм. Мы всегда рады пообщаться с героем. Отлично, все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Сэм Бриджес. Отряд из одного человека. Мы живем в глуши, однако молва до нас доходит. Все мы слышали про великого доставщика, про борца с тварями, про остановщика террористов. Эту фразу я еще подправлю. В общем, я счастлив нашей встрече. Ну, что ты нам принес? О, это невероятно. Это здорово нам поможет. Спасибо. Когда мы закончим, ты даже не узнаешь этот пункт. Ладно, теперь осталось подключиться к сети. Ведь так? Приятно быть частью UCA. Мы слишком долго просидели на необитаемом острове. Скорее бы подключиться к штаб-квартире. Починить все будет непросто, но я полон сил, и мне хочется поскорее взяться за работу. Не подведем нашу страну. Спасибо, Сэм, и удачи. Хотя зачем она тебе? До западного побережья рукой подать?
Отлично, Сэм. Затем тебе нужно протянуть сеть к распределителю к северу от города. Сейчас самое время это сделать, ведь они прислали сигнал бедствия. Данные еще поступают, но, похоже, у них несчастный случай, и нужно оказать помощь раненым. Загляни в терминал доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Это броня для плеч и ног. Минус в том, что, надев ее, ты не сможешь нести груз. Так что тут нужно все учитывать. Заказ назначен. Параметры доставки обновлены. Установлен лимит времени.
Хикс и его люди добрались до краевого узла. Теперь мне не сбежать. Все погибли, город разрушен. А руины кишат тварями. Они повсюду. Где твоя кипу? Но я смогла тайком выбраться сюда. Может быть, это наш последний разговор. Просто знай, я в безопасности. Пока что. Обещай, что продолжишь выстраивать хиральную сеть. Это наша единственная надежда. И мой шанс обрести свободу. А как закончишь, мы вместе вернемся на восток. Амелия, твою кипу, где она? Сэм, я буду ждать тебя на берегу. Эту новость ты должен услышать. Я узнал ее недавно, благодаря тому, что ты расширил хиральную сеть. Она связана с ББ. Я все раскопал сам, имея в виду. Не почему-то указанию. И если кто-то спросит, вали все на меня. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Ты просто слушал мою болтовню, ясно? В общем, похоже, Бриджес был не первый, кто занялся ББ. Первыми были сепаратисты. Террористы, боровшиеся с расширением UCA. Они начали применять их примерно 3 года назад. Примерно в то время, когда Бриджес-1 собирался отправиться на Запад. Похоже, у сепаратистов тоже были проблемы с тварями. И они решили, что им удастся натравить их на нас, если они смогут их отслеживать. Когда об этом узнал Бриджес, было принято решение вышибать клин клином. Использовать ББ в качестве контрмеры. Возможно, что твой был создан именно для этой цели. И судя по тому, что послужной список ББ-28 исчез, кто-то пытался это скрыть. Мне всегда казалось странным, что мы используем технологию, которую практически не понимаем. И теперь мы знаем почему. Мы с самого начала копировали чужие методы. И еще кое-что. Насчет первых экспериментов с ББ. Насколько мне удалось понять, они, похоже, начались примерно в одно время с выходом смерти. Их проводили на острове Манхэттен, у восточного побережья, который, судя по всему, был полностью уничтожен в ходе выплеска пустоты. Тогда эти эксперименты проводились при поддержке и с одобрения американского правительства. Я предполагаю, что программа Bridge Baby была задумана, чтобы попытаться лучше разобраться в природе выхода смерти. Однако из-за проблем, связанных с этикой и безопасностью, общественность была резко против этого проекта. И все же работа была продолжена, и они, отчаянно пытаясь разобраться в величайшей катастрофе нашего времени, вызвали еще одну. Нужно также сказать, что при взрыве погиб и сам президент. Именно после его смерти, когда его сменила вице-президент Стрэнд, она своим указом приостановила эти эксперименты. Документы были уничтожены, центры закрыты,
и все сделали вид, что никаких ББ вообще не существовало. Но возникает вопрос, как сепаратисты сумели восстановить эту технологию десятки лет спустя? Я сообщу тебе, если найду что-то интересное. Сэм, просмотри список заказов в терминале доставки. У жителей горного узла есть одна проблема, которой нужно заняться. Из-под земли рядом с городом вырывается вещество, похожее на смолу. Его становится все больше с каждой минутой, и скоро оно хлынет в город. Нам сообщают, что языки уже видны внутри внешних стен. Если ничего не предпринять, в ближайшем будущем город затопит море смолы. Пришел заказ из горного узла. Загляни в терминал доставки. Предупреждаю, Сэм. Корпус бомбы с антивеществом не предназначен для длительных перевозок. Магнитные захваты, которые сдерживают антивещество, хрупки. Они могут не выдержать сильного удара или даже тряски при ходьбе или неосторожной езде. Если с корпусом будет что-то не то, сработает тревога. Постарайся этого не допустить. Потому что если бомба рванет, это будет катастрофа, от которой мы не оправимся. Обеззараживание костей. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Показываю оценку работы. Вы что такое творите, Бриджес? Сети, которые вы создаете, полно всякой дряни. Мерзости, от которых хочется держаться подальше. Я думала, что вы это уже поняли. Нам не нужна ни ваша хиральная сеть, ни UCA. Этот голос. Мама, это ты? А, мама, ты головой ударилась? Я не ваша мать, а ваша вообще не мать. Ладно, мама, перестань. Кажется, вы не слышали меня, мистер. Горный узел говорит, чтобы вы проваливали к черту вместе с Юзей. Если вы не прекратите это, то просто устроите нам новый выход смерти. Мы вас не приглашали, и ваши советы нам не нужны. Мы сами все решим, спасибо большое. От вас нам нужна только доставка грузов иногда. Ничего больше. Ты говоришь от лица города? Да, я тут главная. Меня зовут Локни. Локни? Подожди, я хочу поговорить. Ты же техник, так? Слушайте, валите и не возвращайтесь. Да послушай ты, мне нужна помощь. Бриджес, вы нам не нужны. Вы только все портите. Извини, что все так вышло. Дама на босс и не боится устанавливать свои правила. Она нужна нам, и ее люди тоже. Мы и так потеряли слишком многих. Без горного узла мы не сможем завершить строительство хиральной сети. И что теперь? Дело вот в чем. Сэм, Локни, сестра-близнец мамы. Она из Бриджес-1, ушла потом на запад. Вторая группа совсем как мама. Мама, конечно, не настоящее имя. Ее зовут Малинген. У обеих дум способности и обе гениальны. Главная специализация мамы – прикладная физика, у Локни – теоретическая. Мама создала железо Кьюпида, Локни – программы. Они говорили, что могут общаться на расстоянии, что между ними особая связь. Не знаю, как это возможно, но скажу тебе так. Без них не было бы никакой сети. Они были так близки, что говорили, будто это один человек в двух телах. Может, именно поэтому они сумели создать Кьюпид. Но после инцидента с Малинген они поссорились. Локни ушла из Бриджеса и порвала с нами. Подробностей не знаю. Но если мы не вернем Локни, наши планы по объединению Америки рухнут.
Нет, я не прошу тебя совать нос в их личные дела. Но если это сделать, это помогло бы нам привлечь Локни. Ведь если мы не вернем Локни, все наши планы по объединению Америки рухнут. А пока что, если у тебя есть интересные идеи, можешь их опробовать. Отлично. Привет. Молодец, что зашел. Вот, посмотри. Это твой новый браслет. Теперь это не просто терминал, но еще и оружие. После прошлого соединения я полностью его переделала. Оружие, говоришь? Ну да. Резаки. Сейчас объясню. Все твари соединены с той стороной через свою пуповину, так? И когда перенесенная по ней материя из нашего мира входит в контакт с их антиматерией... Бум! Выплеск. Но... Как и предполагал Дедмен, у твоей крови есть особые свойства. Ею можно перерезать пуповину. Вот это я и добавила. Перережешь пуповину, и тварь вернется в свой мир. Нет твари, нет выплеска. Победа. То есть их можно подрезать? Если сумеешь незаметно к ним подобраться, да. Супернаручники и резаки. Да. Давай их опробуем. Обрежь нить между нами. Она уснула. Я ее накормила досыта. Давай. Прошу, Сэм. Освободи нас. Она была чужая в этом мире, но... Все равно я не хотела ее отпускать. Хотя она уже потеряна. Понимаешь, она не совсем моя дочь. То есть про теракт и так далее ты наврала? Нет. Это была правда. У меня не вызревают яйцеклетки, а у Локни больная матка. Короче говоря, мы обе не можем иметь детей. И я с этим свыклась, то есть... Думала, кому нужны эти дети. Но сестра считала иначе. Она хотела ребенка. Передать свои гены. Она влюбилась в сотрудника Бриджеса, но он погиб, несчастный случай. Конечно, она была потрясена. Я тоже. В то время я могла чувствовать ее сильные эмоции, а она мои. Когда я поняла, что жить она больше не хочет, я сказала ей: «Родим ребенка». Мы оплодотворили яйцеклетку Локни его замороженной спермой, а я ее выносила. Во мне рос здоровый ребенок, а потом случился теракт, и связь оборвалась. Я хотела сказать ей, но со мной была дочь.
Я не могла ее просто бросить. Я не права. Нужно ей сказать. Иногда надо рвать старые связи, иначе не завести новые. Если мы хотим объединить мир, сперва я должна вернуть себе сестру. Прошу, Сэм. Режь. Сэм, застегнешь меня? Я давно уже не была снаружи. Слишком много впечатлений сразу. Ты уверена? Я думал, у тебя развилась клаустрофобия после того случая. Переживу. Главное, чтобы я могла выглядывать. Тепло света. Касание ветра. Аромат мира. Везет тебе. Между вами осталась связь. Ладно, Сэм. Давай. Я тут приготовил для тебя классный сюрприз. А у тебя, как я погляжу, руки заняты. Ну и ладно. Всегда можно чуток изменить правила. Приготовься. Сейчас. А он голоден. От тебя требуется лишь одно. Не угодить ему в пасть. Хорошая игра. Еще какая. Thank you.
тебе, Сэм. Это потрясающе! Не понимаю, как тебе это удалось. Нам бы твои таланты. Малинген, нет. Прости. Прости меня. Я так тебя люблю. Я так тебя люблю. Как я рада снова тебя услышать. Надо было сразу тебе рассказать. Я пыталась ее спасти, но не... Можешь ничего не говорить. Локни, почини его, Кьюпид. Я не смогла спасти нашу дочь, но ты сможешь спасти наш мир. Только ты. Я люблю тебя. Слышишь? И буду любить. Всегда. А теперь сделай мир одним целым. Ладно? Как мы с тобой. Она через такое прошла. Я не представляла. Я думала, она нарочно порвала связь между нами. Забрала нашу дочь и сбежала. Я починила Кьюпид, как она просила. Теперь лимитер должен работать как положено. Но есть один момент. Прежде чем приступить, я пристально изучила программный код. Его явно кто-то подправил. Либо меня уже память начала подводить. Кто-то переписал твой код? Ну, не целиком переписал. Скажем так, это была не моя последняя версия. Но ведь из-за этого мы с Малинген наконец снова встретились. Может, виновных далеко искать не надо? Она умерла под завалом, неся в себе наше дитя. Ее Ка перешла на ту сторону, но Ха осталась, привязанная к нашей дочери.
Она, конечно, все это знала. Вот и не застегнула один браслет, чтобы мы не видели ее показатели. Жаль, что она не могла применить любимое изобретение. Она пошла на это, чтобы защитить меня и нашу дочь. Сестра, я тебя слышу. Мы снова вместе. Едины. Как до этого в утробе, помнишь? Малингин. Локни. Изучили данные за тот период, когда ты встретил тех солдат. У нас был звук, который сам по себе не дает полной картины, но языки, названия и термины, которые мы сумели понять, боеприпасы, которые мы опознали, все указывает на то, что ты был на поле боя, который шел более 100 лет назад, во время Первой мировой. Это был не сон и не галлюцинация. Возможно, тебя унесло в другое измерение или еще куда. Не со стыковки времени. Возможно, ты попал на берег. Точно сказать невозможно. Правда, я никогда не слышал, чтобы берег превращался в поле боя. Но берегам задают форму воли людей, которые их населяют. Возможно, у Хартмана есть лучшее объяснение. Берега его конек. К сожалению, он все еще за пределами хиральной сети. В общем, отдыхай. Что толку думать над вопросами, на которые пока нет ответов?